Выступая на церемонии ввода энергоблоков, губернатор подчеркнул, что пуск новых объектов имеет особое значение для Кузбасса и для всех жителей области. Любой, кто входит в область, он смотрит, хватает электроэнергии или нет. Ну кто же будет строить, если не будет надежного энергоснабжения? А у нас ведь мощности вот этих энергоблоков устарели. На Тамусинской, на Беловской ГРЭС. Это наши основные вот станции. Технологии вы знаете. Значит, сначала уголь, потом пар подается на турбины. Турбины вырабатывают через энергоблок электроэнергию и выдаем. И вот Кузбассу нужно, чтобы нормально, спокойно себя чувствовать, мало ли где что произойдет, 34 миллиарда киловатт-часов в год. А мы выдаем всего 20, 14 не хватает. 14 берем извне. Придут, а вдруг, не дай бог, порвалось, лопнуло и так далее. Поэтому с чего мы начали? Мы решили вот самые старые энергоблоки, ну на Тамусинской ГРЭС энергоблок один отслужил 56 лет, мама моя дорогая. Что там от него там? Каждый день ремонтировали, а зимой в крещение там дрожали. Здесь, на Беловской, 46 лет. Но мы их практически вот, ну, заново построили, за 2 года всего. 13 миллиардов рублей вгрохали и получили дополнительно 44 мегаватт, да, мощности. Что это такое? Это вот город Белово, новый городок. Со всеми микрорайонами, вот вам, пожалуйста, обеспечение города целого. Вот что такое 44 мегаватт мощности. Ну и еще одно, землетрясение же было 19 июня здесь. Поэтому по ходу пришлось переделывать с учетом того, чтобы энергоблоки, не дай бог толкнет, выдержали силу баллов вот до 8 баллов. Поэтому это очень крупная победа. В последнее время 25 лет мы не строили вот такие вот энергоблоки. Следующий пуск приглашаю в июле. Будем открывать Новокузнецкий и дальше развивать систему энергоснабжения.